Привет, друзья! Это канал TMK Tools, с вами Влад, а это значит, что у нас новый обзор. Сегодня у меня в руках оказался аккумуляторный перфоратор Makita HR-166D. Поехали! Начнем с комплектации. Перфоратор поставляется в фирменном кейсе Makita MagPack. Посмотрим, что внутри. Внутри у нас инструкции, сертификаты, зарядное устройство. Такое вот. Это все лишнее. Запасной аккумулятор 2 ампер-часа. И перфоратор с еще одним аккумулятором. Перейдем к техническим характеристикам. Перфоратор работает от вертикально установленного двигателя на аккумуляторной системе 12 вольт. Энергия удара 1,1 джоуля, а в минуту перфоратор может производить до 4800 ударов. Скорость вращения 680 оборотов в минуту. Перфоратор оснащен SDS плюс патроном. Пройдемся по максимальным диаметрам сверления. Для дерева это 13 мм, для металла 10, для бетона 16. Вес перфоратора составляет 2 кг 200 грамм. Теперь поговорим о функционале перфоратора и его органах управления. Перфоратор может работать в двух режимах. Это сверление и сверление с ударом. Есть возможность выбрать направление вращения. Это может быть полезно, если бур застрял в материале. При запуске перфоратора включается диодная подсветка, а SDS плюс патрон позволяет быстро и удобно менять оснастку. На передней части расположены специальные выемки, чтобы удерживать дополнительную рукоятку в том положении, в которое вы ее установили. На нижней части ручки перфоратора с двух сторон есть крепежное отверстие для скобы, крепление на ремень. Очень жаль, что в комплекте ее не обнаружилось. Время подводить итоги. Что ж, перед нами очень интересный инструмент. Пусть он обладает небольшой энергией удара, зато отличается малым весом и компактными размерами. Думаю, он отлично подойдет для работ на высоте или в труднодоступных местах. Ну а на этом у меня все. Если ролик был полезен, ставьте палец вверх. Не забывайте подписаться на канал, впереди нас ждет еще много полезных роликов. До встречи!